2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы. Это необходимо для повышения эффективности мер по защите граждан страны. Сборы пройдут по месту жительства. Местные исполнительные органы могут устанавливать конкретные сроки сами. Павлодарцы к указу главы государства отнеслись с пониманием. Руководитель областного штаба Жасыл-Ель Абай Вахит выразил свое мнение. Из соцсетей и СМИ вот мы можно видеть, как в других странах, в многих странах армия помогает в борьбе с коронавирусом. Это довольно распространенная практика. В связи с чем мои многие друзья, вот, прошедшие подготовку в военно-технической школе, выражают готовность помочь стране и людям. И молодежь вот, Павлодарской области поддерживает нашего слова президента.